Смотри, как можно проверить целостность мембраны. В каждом расширительном баке есть вот такой вот воздушный клапан. Вот он находится обычно вот под таким колпачком. Просто нажимаем. Соответственно, если пошел воздух, соответственно, значит мембрана целая. Если пойдет вода, соответственно, мембрана уже порванная. Если мембрана порванная, расширительный бак вот такого плана идет под замену. Потому что здесь мембрану никак не достать, не обслужить. То есть такой расширительный бак необслуживаемый. А если у расширительного бака есть вот такой вот флянец с болтами, да, то здесь можно мембрану достать. Она такая вот как груша идет. Причем ее достать, заменить и обратно установить. Причем это касается расширительных баков как для отопления, так и для горячего водоснабжения, который ставится возле бойлера. То есть вот этот белого цвета, как правило, идет для горячего водоснабжения. Такого же плана есть и красного цвета с таким же флянцем. Идет для отопления, для системы отопления. Вот и все, в принципе.